Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы разыгрываем салфетки, еще партию 50 штук. Всяких-всяких разных. Те, кто занимаются декупажем, все это для вас. Так что делайте красоту, радуйте людей. Там меня еще не на один розыгрыш есть. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под видео и участвуйте. Розыгрыш будет через неделю. Здравствуйте, мои хорошие. Вот увидела я делали такое кашпо необычное. Думаю, надо попробовать сделать. Для этого нам нужна емкость. Вот такая. Туда насыпали песку. Это для тех, кто меня все время спрашивает, а как получается пустота? Вот так она и получается. Вот. Теперь штучка, веревочки. Ой, ветер. Так, сдувает. Тряпочка. Как без тряпочки-то? Так. Где у меня веревочки тут? Ну ладно, как получится, так и получится. Первый раз в первый класс. Так, ну и цемент. Так. Немножко неровные вышли. Ну ладно. Так, ну и все, пусть пока сохнет. Потом продолжим. Вот у меня получилось вот здесь чаще. Здесь. Ладно. Так.
Ну, вот такая штучка получилась. Пусть она посохнет до конца. Высохнет. Я потом вытащу эту пластиковую. А если не будет вылезать, так и оставлю. И покрашу. Вот, ее можно еще на ногу сделать. Я посмотрю, высохнет. Как она будет у меня. Вот, так что пусть сохнет. Что ж такое-то? Так. Чуть-чуть не хватило. Сейчас я еще разведу. На краешком заложу. И все, и будет сохнуть. Ну что, вот. Недельные мучения закончились. Не стала я даже снимать, как я ее красила. Покрасила. Все, стоит на ноге. Так вот. Вот такой получился. Не знаю, цветочек или что это. Красила я ее краской спрей из баллончика. Все. Вазончик такой получился. Он мелковат, конечно, только для маленького цветочка. Но ничего, первый раз попробовала такой сделать такого типа. Ну и все, мои дорогие. Пока-пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы в курсе событий быть. И будем работать дальше.